сторону города машины двигаются с нормальной скоростью, а вот на выезд хвост растянулся аж до зеленых аллей. Все пытаются вырваться из городского плена. Ситуация обострилась с началом нового учебного года. Все вернулись из отпусков, школа, работа. Жизнь, казалось бы, закипела, но тут же встала в пробках. За решение проблемы взялся глава муниципалитета. По его распоряжению были привлечены сотрудники ГИБДД. Сегодня с 7 часов утра на кругу у многофункционального центра дежурят инспекторы. Их хорошо видно всем, кто движется из микрорайона Зеленой аллеи, поэтому сегодня все едут по правилам. Наше присутствие уже сглаживает немного ситуацию, я так считаю. Хотя бы не в три полосы едем. А почему, как вы думаете, все-таки не в три потому полосы? Что полиционеры стоят. Помогают. Контролируют, да, все сразу вон разворачиваются, назад сдают. Здесь 2 в 3 ряда едут, это вообще ужас какой-то. Тут сегодня еще нормально, да? Сегодня очень хорошо, потому что еще полиция стоит. Еще одна полицейская машина стоит на повороте в сторону улицы Старонагорной. Задачи у инспекторов аналогичные. Но вопрос продолжает оставаться актуальным, и в ближайшее время будут предприняты определенные шаги, чтобы окончательно снять напряжение с этого участка дороги. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.